Давай. Оп, оп, опа, ганаш сай. О, красавчик. Не, ну серьезно, похож на псая. Я кота выиграл! Мама, я выиграл кота! Понимаешь, 2к задонатил! Перед началом данного ролика хочу, ребята, к вашему вниманию представить увлекательный и крутой канал под названием Joe's Rus. Ребята, ссылочка есть снизу в описании, перешли, подписались, потому что я тоже подписался, канал очень классный, и, короче, ссылка в описании. Все, ребят, поехали. Всем привет, ребята, Кента ПК на проводе. И сегодня будет немножко необычный формат, так что, ребята, кому не сложно, поддержите меня вашим царским лайком. Ну, а также вашей царской подписочкой. Ну что же, поехали. Это, ребята, будет интересно. Так что, поехали! Я не понимаю одного, зачем ты меня в ВК обзывал нубом. Ладно, а можно с собой дуэль? Не, ну ты реально мог. Я нуб? Ой, блин. Слушай, не смеши мои подковы, братанчик. Ты понимаешь, что... Не, Кент, ну, я смотрю, но ты реально нуб. Я нуб, да? Конечно, я тебя выиграл. Давай, кто проигрывает, тот включает вебку и выполняет одно желание, окей? Давай. Окей. Я достался, блин. Вчера я донил, сегодня я донил. То есть мне нифига не дают... Ах ты маленький школьник-донатер, да? Нет, не понимаешь, 2к задонатил! Бывает. Ну что же, прямо сейчас будет первый раунд Кента ПК против нуба, который меня обзвал в ВК. Говорил, что он прям такой про, что прям меня нагнет, прям изнасилует. Ну и прямо сейчас мы, ребята, узнаем, кто же из нас круче. Ты согласен? Давай. Ну смотри, ты на видео, да, записываешь? Ну, посмотрим. Ой, ничего себе ты скилловый. Вот это да, вот это да. Ничего себе, слушай, наверное, у тебя залагало, да, я так думаю? Наверное, пинг. Ой, блин, я промахнулся. Да. 3-1. Слушай, ну ты вообще красавчик, классно играешь, да? Я вижу, ты, наверное, не один год потратил. А ну какой у тебя левел? 60-й левел, и ты играешь так, ну какая у тебя стата? Ты что, у тебя еще, в принципе, нормальная стата? Ну, ладно. Ладно, один раз тебе повезло. Погнали, ну, дуэль, давай, раз. Погнали. Так куда, блин, я только сказал погнали, ты меня уже убил, блин. Ну ладно. Я хочу, чтобы все узнали. Чтоб все знали, что ты нуб? Нет, ты. Я выиграл кем-то, я так и знал, что нуб. А как ты меня выиграл, если мы играем до 10? Сейчас 6-3. Ну, как бы счет. Ну, 6-3, а играем до 10. Ты не застрял! Я не мог стрелять! Ох, блин, эти злые школьники, я не могу. Ты сейчас проиграй, да? Знаешь, вот тоже я смотрел, на последних моментах проигрывали. Да, все, изи. 7-6, блин, ну это было нечестно, я так считаю. Ну, ладно. Я кента выиграл. Как выиграл? Ты еще не выиграл. О! Блин, ну вот это было видно. Я кента выиграл! Мама, я выиграл кента! Ну что, 8-5, ты выигрываешь. Ты меня почти выиграл, прикинь? Ничего себе ты про. Нет! Надо выиграть кента! Ой. Ну чё, сегодня не твой день. 6-8, вот это да. Ну ты был близко, ты был близко. Ой! 8-7, ой! Ха-ха-ха! Ты чё такой злой? Да я 100 снёс! Ой! Блин! Слушай, ну ты, конечно, смешной. 8-8, ну, в принципе, нормально, да? Ты так радовался, выиграл кента! Ты куда губу раскатал? Давай, кента, давай, Дигл, не подведи! Не, он тебя подведет. Дигл, подведи! Он не подведёт. Дигл, не подведи. Бля, я видел кента. Давай, смотри. А-а-а, блин! Ну опять мы убили друг друга, но победила красная команда. Блин, это уже второй раунд подряд, это нечестно. Один раунд давай, кента. Дигл, не подведи, главное. Дигл, если подведешь, я заменю тебя на маму. Мы же играем до 11, ты помнишь?
как? Кент! Ой! Ну ты пытался, ты пытался, ты молодец. Я тебя хвалю, в принципе. Ой, 10-9! Ой, как обидненько! Ах, блин. Ну давай, мы же играем до 11, ты помнишь? Так что у тебя еще есть шанс. Да все, я проиграл по-любому. Все, я кента еще думал, радовался. Давай. Ну ты рано радовался, братанчик. Где ты? Ой. Нет, где? Ха-ха, все. Увы и ах, ты проиграл. Ну что ты мне скажешь? Было не стыдно обзывать кента, а потом проиграть? Вот как тебе, скажи? Вот как ты себя чувствуешь? Плохо. Плохо, да? Ну что, теперь будешь выполнять мое желание, да? Обзывал меня нубом, говорил, выиграешь. Ну вот, взял и проиграл, да? Ну что, включай вебку тогда. Ладно, смотри, кент. Давай. Ну вот. Так, вот он ты. Короче, смотри. Ты меня обзывал нубом. Теперь тебе необходимо станцевать... Танец нуба, потому что вот ты меня обзывал нубом, но нубом оказался ты. Так что станцуй, пожалуйста, танец нуба. Ну давай, я тебе буду напевать. Давай, я тебе буду напевать. Ты танцуешь танец нуба в связи с тем, что ты нуб. Ты нуб, ты-ты-ты-ты-ты. Ты нуб, ты-ты-ты-ты-ты. Нубик, 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 Максим. Максим нуб. Кто нуб? Максим нуб. Кто нуб? Максим нуб. Так, Максим, а где твой танец? Давай танцуй, давай, это ж танец нуба, ты что, забыл? Есть у нас один паренек, его зовут Максим, и он оказался нубом. Он, как и все, хотел обозвать кента, но получилось, что обозвал себя. Давай. Оп, ганер сай. О, красавчик. Не, ну серьезно, похож на псая.